Но для этого нужно выиграть вбрасывание. Скворцов выигрывает. Морозов бросает. Шайба заблокирована. Еще один бросок Морозова. 4-4. Да это что ж такое? Это спасение. 4-4. Вот это да, за 4,4 секунды. Но то ли прямым броском, или все-таки кто-то затем там подправлял. Ой-ой-ой, вот это да, я похоронил Сокол. Беру свои слова назад сейчас. Но если бы играли постоянно так, как в последнюю минуту, думаю, что проблем бы не было вообще никаких. Здесь принимает на себя шайбу Беляев. Морозов набрасывает. Пучков подправляет ее. И вот самый главный вопрос. Не высоко ли он клюшку держал? Пока арбитры не уезжают смотреть кино,